Сегодня я вам скидываю упражнение для работы стоп. Это упражнение выполняют девочки у любой опоры. Это вам упражнение на каждую тренировку по латиноамериканским танцам. На каждую тренировку, еще раз повторяю, обратите внимание на проработку хорошо стоп пальцев и работа бедра, выворачивая ногу, чтобы внутренняя сторона бедра разворачивалась наружу. Смотрим. Начинаем отсюда. Переходим с пальцев с ноги на ногу. Хорошо садимся в бедро. Дальше, подкручивая пальцы назад, выводим ногу пяткой вперед, ставим сзади, поворачиваем пальцы. И на этом бедре, сильно разворачиваясь, держа ноги вместе, прокручиваемся. Ведем ногу большим пальцем, подкручивая пальцы назад, разворачиваем стопу, проводим вперед пяткой, делаем шаг на нее, сзади подкручиваем стопу. Хорошо, на бедре опять разворачиваемся, собираем стопы. Прокручиваем на опорной ноге себя бедром в другую сторону. Прокручиваем стопу, выворачиваем пяткой, пальцы подкручиваются назад. Идем вперед, шаг. Опять раскручиваем бедром, собираем ноги, подкручиваем пальцы. Выводим вперед пяткой, выталкиваем себя, шагнули. Подкручиваем вперед, вывели ногу, собрали, сделали шаг вперед. И все сначала раскрутили внутренней стороной бедра, собрали, через пальцы перешли, сели хорошо в бедро, вытолкнули себя, шагнули, бедром раскручиваем, держим внутреннюю сторону бедра друг с другом, хорошо раскрутили. Собрали, подвернули пальцы, вывели пяткой, встали, подкрутили бедро, опять давим на бедро хорошо, разворачиваемся, собираем пальцы, разворачиваемся на стопе, выводим стопу, делаем шаг, раскручиваем бедро, собрали, делаем шаг, бедром раскручиваем себя, собрали, вывели ножку, шаг, собрали, шаг, собрали, шаг. И все сначала. Спасибо. Спасибо за внимание.